Вы расскажете о проблеме, и я скажу нет. Вы предложите мне деньги, я все равно скажу нет. Начнете взывать к моему великодушию, и я отвечу нет. Я не великодушен. Бля, как меня заебали панчи в этой игре. Меня они настолько заебали уже, что как только начинается ПВП, я уже готовлюсь к им панчам, которые нахуй в этой... Ну ладно, блядь, ну может быть... Ну аим панч это уместно, но это уместно, когда он визуальный. Но это неуместно, когда тебя, блядь, вот так вот трясёт, блядь, ты попасть не можешь. Но это неадекватно. Причем 100 патчей назад выходила заплаточка: мы убрали аим панч, если вас аим панчнуло только что два раза, то вы там секунду будете без аим панча. Все, это уже не работает. Такое чувство, будто этот фикс сам по себе отвалился. Типа, знаете, они же игру обновляют, у них что-то отваливается, что-то перестает работать. Такое ощущение, будто этот спам аим панча, вот этот протект, он тоже отвалился в моменте. Его тоже в игре теперь нету. Просто нужно больше тренироваться. Это само собой. Это даже не отрицаю. Дарковчане, мало ноем, надо ныть больше. Или мы не ноем? Трон неудобный, закрепить ничего нельзя. Кнопки какой-то, чтобы все собрать по-быстрому, нету. Загрузки долгие, FPS на улицах не завезли. Почему не ноем, блядь? Почему, сука, не ноем? Шашлычок. И лучок. Ту-ту-ту-ту-ту. На природе. При погоде. Все, этот мир для меня черно-белый. Ладно, шучу. Шашлычок. Ду-ду-ду-ду-ду. И лучок. Ду-ду-ду-ду-ду. Я не скипнул трек только из-за того, что чел картавый. Только из-за этого я слушал. Мне нравится логика зашива у чувака. Нога в труху, но он шьет переломчик на руке. Так, братанчик, там нет никакой логики в том-то и прикол. Немножечко легенды вам выше. Как без него? Это база. Это тот самый первый человек, который начал влиять на новое поколение. Вот и думайте теперь. Жумани, шлёп по попке. Не надо меня нигде шлепать. Ладно, лутаю картотеки и выхожу на без рюкзачки. Ключ не будем открывать в этом рейде. При погоде. И свинины, из баранины, Тачки опять нету. А что СВД так кидают в стороны? Блин, реально, мне вот пару рейдов назад чел писал: не видел, дикие лутают ящики. Я думаю, это чевок стоит, ящик лутает. Реально дикие лутают ящики. Я тебе больше скажу, они даже растяжки могут разминировать. Не, я видел, как они разминируют растяжки, просто наступают на них и убегают. Когда народный стрим будет? Что в твоем понимании народный стрим? Ну вот сейчас народный стрим, я заказ музыки включил. Дурень рюкзак. Дурень ты. Если ты думаешь, что я не прочитал, как вы 500 раз написали про рюкзак. Дурень, блядь. Обожаю, когда чел тормоз, блядь, но дурнем я оказываюсь почему-то. Ебать, токсик. Так чел меня с нихуя дурнем назвал. О, трек твой, Макс Ост. Наколки. Ну, начало прикольное. А он уже наверх полез. Или не полез. Мне тут много стамины надо. А что, догнать его, убить? Мне регнет last quest по прикормке, и плюс я выйду без пробежки на без рюкзачки. Но МБ сейчас сдохнем от него. Джуманджи, какой квест самый сложный для тебя? Конвоир. 4 чувака на каждой локации, не умирая, убить. Это тяжело. Тяжелее ничего быть не может. Показалось? Вот он, сука!
Одного чувака. Одного можно? Бажешь, да. Блин, ну у меня тут боты ходят. Да это я! А, да? Давай, мочи! А чё он меня не убивал, бля? Прикиньте, он спутал меня с ботом и просто прицеливался. А, так это тот самый снайпер, походу. Ник ёбаное чмо. Так и запишем. Япона, мать, там зум. Ай, блин. Я босса на юлач взял, ну, чё поделать, времена такие тяжелые. Лучше с обоссанным юлачом на голове, чем с обосранным ртом в канаве. Ебать, скар соска лежит. Но вот это мета, это нормально собранный скар. Почему у них у механика готовые сборки говно, я не понимаю. Ну как там с деньгами? Что за ебога на модераторе банит за один букву в чат? Банит или тайм-аут дает? Если ты тайм-матч 600 секунд называешь баном, то ебабо ты. Но без негатива. Смотри, какая буква, кстати, да, еще. Две недельки. Так а что за буква-то была? Та, на которую лечь в Сталкрафте? Буква Я. Буква Я, блядь. Так, чат, какую букву он написал? И плюс перечислите, пожалуйста, запретки. Я проверю, знаете ли вы хорошо список запрещенных слов на Твиче или нет. Уа! Деза. О, 5 пива за квест дают. Сколько я уже выжил? 3 из 7. Блин, ну я походу когда доделаю, мне аж впадло будет как будто на развязку идти. Надо будет идти Дезу делать. Я вырастал пацаном в Смоленске. Ебать, там пророк Санбоя почти на 7 минут заказали. Вы шо, ёб? Кнопки не работают. Реально, походу, есть. Чуваки! Это килло. Мне ему надо будет просто одну дать в макушку. Просто одну в макушку дать, и все, и он умрет. Да, надо его шлем хотя бы вынести из головы. Ну, по-хорошему. Твоя попочка такая сладкая. Чё-то приуныл, блядь. А, его убили. Кайф. Там, кстати, кто-то в чате писал, вайп еще был совсем недавно, у меня уже 40-й левел. Братишка, блять. Я и так этот вайп настолько медленно, насколько могу, играю. Я этот вайп играю медленнее некуда уже. Ебать, слик. МДР. Еще слик. Алтын. Алтын, блять. МЦХ 7Н40, тоже большая коробка. Спорты, четвертые. МДР. Ну, мы, наверное, мутант скинем. Ебать, два слика несу. Ни одной гжельки еще не видел. Мутант не скидывай, они его апнули. Да-да-да, апнули. Сегодня утром нарезку Мазони смотрел, как он, блядь, с мутанта стреляет. Просто такой кусок говна. Худшее оружие патча. Они его апнуть, блядь, должны были. А такое чувство, будто они его понерфили еще больше. Ебать, у мутанта вообще отдачи нету, нахуй. Ну, это мета просто этого вайпа будет, я сразу сказал. Я собака, ты собака, я собака. Ты собака, я собака, 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 ты собака. Ты долбай, блять, а не собака. Спасибо за соточку. Но я с добром, по-доброму. Я улитка. Бля, какой же разъеб трек. Без мата, пожалуйста. Сук, нахуй, блядь, залуп, ёбаный рот, блядь, чмо, нахуй, блядь, дота. Ахуга, блядина, блядище, ебать.
Почему на подстанции всегда какая-то кириешка вот там в ебнях лазит, блять, эти траву считает? Травинки. Тачка, кстати, есть. Ну чё, где там карта? Тут просто негде карте спауниться, негде ей спауниться. На шкафу пушку чекнет. А пушка то понятно. Мне кто про карту писал? В дырку туалета до упора руку сунь. Проверь еще раз. Так, вы сейчас доиграетесь. Блин, браза, как же ты далеко сдох. Бля, не говорите, что я на тачку не успею сейчас. Да нет. Изи. Ну, next трек еще пизже. Мы за сколько вы... Чего? За сколько я загрузился? Это что, минута загрузки была? А можно так каждый раз грузиться? Я эту игру обожать буду. Блин, а Фореста, я надеюсь, нет на стриме. Короче, я как-то захотел насрать, но у меня баллов не было. И мне впадло было искать свою награду откатывать, и я просто откатил 10к наград. У него потом следующие два дня так срали. Только не рассказывайте ему. А то он заберет у меня модерку, и я больше не смогу вам баллы возвращать. Блять, это бот? Серьезно? Бот по дороге идет. Так, но пробежки точно не будет. Ах ты негодяй. А как он так просочился, что я его не заметил? Чел лутает эту комнату, на нем третий броник. Just stay focused, guys. Да я вас вливал, устрою работы. Кого ты там устроишь, дурочка, спать. Блин, а у этого типа открутка. Он комнату открученную в хлам открыл. Кстати, там по задаче карателя была выполнена, когда я типа убил. Я шо, уже 15-ку нащелкал? Когда я успел? Ну лес сегодня, лес, в котором минус 5 дали бустанул жестко квест, конечно. Ну и на развязке что-то какие-то халявные изявые килы были. Разбань плес, я осознанно срал в чат и меня таймачнули, вину осознал, срать буду дальше, йокерги. Биполярка. Все, в этом вайпе с СВД больше играть не надо. Эх, блин, как жаль. О, база пошла. Еще одну развязку надо выжить. Как раз у меня один юз ключа остался. Так, заказ трека 5000 рублей ставлю. Чтобы больше не заказывали на этот стрим. Но, если закажут, в принципе, мы послушаем. За пятеру там. Коровы нет забот. Для меня, для меня, для меня. А, я попал в него. Там такой. Что получается, открываем и идем на МЧС, выходим. По идее, изявая. Двое сардин. Интересует? Я кусаю, мне славно. Я, кстати, знаете что? Я благодаря этому ключу, рефовскому, не лезу в центр, не лезу в драку. И на изи выжил 7 развязок. У меня в каждом вайпе проблема вот этот квест делать, где 7 развязок надо выжить. Знаете почему? Потому что я лезу в говно и умираю там. А тут опа, на ТЭД сходил, комнату открыл. Все. Как ключ называется? Злый день, по-моему.
Опа. Сюда. Пророчек наш солнцеликий. А чё так мало? Классный трек был. Такая годнота и так быстро закончилась. Но пророк не заканчивается, казалось бы. О, Деза. Заложить роллеры, СВХу и флешку. О, это мне нравится, вот это гоу. Блин, почему Дора так похожа на Аляшу? Это не один и тот же человек. Блин, они пипец как похожи. Что с этими стрелками? Может, оригинал включить? Нет. Это да, это опять Санбой. Да. Там какой-то фрик, походу, все треки Санбоя заказал. О, да, Таркон. Самый лучший спаун под флешку, кстати, дало. Оно хотело, игра хотела дать мне худший спаун, но в итоге дала лучший, потому что не знает, что я Дезу делаю. Игра тупая. Лол, ну и тупая игра. Капец, у меня на мониторе только что так упала капля и размылась, что мне показалось, что у меня в упоре СБУ комар пролетает. Убивать меня. Блин, теперь сердце болит. Мне настолько страшно было, что я даже не смог закричать. Там где-то чувак на втором. Эй, земля! Вот надо было ему здесь высраться. Вот надо было ему это. Вот. Спать. Господи. Там у кого-то походу К-12 с ленточным питанием. Я могу на плюс В бежать. Убьют так убьют, похрен. Главное бота не убить, квест не провалить. Бля, капец как светло на локации. Хотя это 6 утра. Чё, фидануть шестую плиту этому типу? С респиратором, кстати, который мне нужен. А, он в контейнере, ёб твою мать. Мне бы на нем гренадера вообще по-хорошему сделать. Да заебал, понял я, понял. Надо под этого бота сыграть. Найс. Блин, это реально К-12. Я в моменте подумал, что это АВТ-ха. Уешер. Уехал. Зачем меня убил? А зачем ты в ПВП играешь? Иди в ПВЕ тогда, раз тебя убивать нельзя. Вот интересные ребята. Зачем ты меня убил? В ПВП. Это челобот. Или ЧВК. Не, повезло, это бот обычный. Блин, я знаете, чё на уме у меня? Я жесть как медленно играю этот вайп. Я пипец как медленно этот вайп играю. Я ставлю самые мясные серваки, чтобы меня убивали, чтобы я не делал квесты быстро. Но я все равно быстро прохожу квесты. Все равно быстро иду. Что ты капсом пишешь про флешку, Владиславчик 852101? Я ее заложил. Какую флешку, что передать? На ты капсом пишешь? Ты шизоид или как? Флешку отдай, а то забудешь. Сейчас отдам. Флешку. Сейчас и флешку отдам, и про влияние на поколение расскажу. Ждите. Вот, Деза выполнена. Что я должен передать тут? Нечего передавать. О, тихий калибр. Завтра буду тихий калибр делать. Я люблю этот квест, я его обожаю. Ту-т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 у
Ладно, все на этом все. Это был последний заказанный трек. Всем спасибо, приходите завтра. А благодарю за поддержку, за внимание, за просмотр. Любви, ласки, счастья, здоровья, благополучия. Того, сего, этого, десятого, пятого, четвертого. И еще сверху, и еще выше, и еще больше. Вот. И ББ. А я пойду в Марина в сломы чем играть.